Вот он. Класс. Вообще. Пойдем теперь. Знаете, чего хочет собака? Что-то он хочет, чтобы я что-то сделал. Это он хочет, чтобы я сюда пошел. Все, я открыл, что еще хочешь от меня? Ага, чтоб я открыл собакам, и они вышли на свободу. Она выручает собак. Представляешь? Она показала, где ключ лежит. Пойдем. Погладь собаку. Все, я погладил. Чтоб не лазила здесь, пидрила. Садись. О, она села. Классно, да? Я вот стою, я не могу подойти к снайперке. Чтоб мне глаза заклеили скотчем, что я вижу сейчас. Да, столкнем тебя. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда, бабка. Не падает. Да падай, бабка, а. Ты же должна упасть. Там все, умерла в конвульсиях. Так, ладно, если я ее спасу, она... И еще? Ты слишком смешная для этого, да? Все, она упала почти. Выпаришь? Стой. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, мусор. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, отлично. Все, быстрее. Проходите быстрее. Удачи вам. Спасибо тебе, Ерма. Тебе хана, ясно все. Неважно. Кто вы тут? Где отец? Заткнись, я сказал. Тут в ящике. Ха, все стоят. А ну молчат. Артём, живой. Живой. Конечно, я живой. Ты чё натворил? Не дергайся! Идиоты! Да вам теперь по законам военного времени одного расстрела такое? Это широкополосный подавитель радиочастот! Что? Глушилка! Москва не слышит этого! И Москву никто не слышит! Твою ж мать! Ты слышишь, Артём? Слышу. Ты понимаешь, что ты был прав? Там не только Россия, там весь мир, Артём. Угу. Бразилия. США. Канада. Сейчас ты сюда приведу. Черт! Мне пушки принес, да?
Кричать вам надо! Ваше, оно вместе лежало, я ее ухнул. Спасибо. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Быстрее, сюда! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Угу. Идемте. Это что за баг был? Машинист паровоза. Бегите. Главное, проберитесь в ангар. А там Бог даст вывезу вас. Кто тебя там ранил? Ну только бана. Куры сразу побежали. Куда ты? Лезешь. Дайте к нему. Иди сюда, Гараца. Вот ты, хряка. Будешь моим любимчиком. Ты мой хороший. Такой ласковый. Класс. Так. Ладно. Все за фоточки. Ты сейчас найдите все места. Он спать лег. Ему не до этого. Класс. Пит. А нет, он просто почесался об землю. Да ладно, кто это? И нафиг, суслик. Ой, черт. В речку быстро. Блин, тут даже речка не помогает. Иди сюда, куда ты пошла? Ты куда пошла? Джина, иди сюда. Сейчас они получат этот ответ. Кто кого стреляет? Черт, я кровью истекаю! На помощь! На помощь! Вставай. Есть. Все-таки мы освободили этого отпуска. Ура! Вот он. От шкет. От шкета. Стоять! Куда пошел? Попался.
Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Оском». Мы сами солдат. Как это не желаете зла? Только смотри без фокусов. Иначе мы тебе башку прострелим. Дети. Твою ж мать. Слепой. На тебе нахуй. Все, он сдох. Нехер больше вставать. Какой у тебя пастя. Ладно, давай, пока никто не видит. Писюн.